ходе дошел. Жители Бруздала... Куда попёк? Жители Бруздала, вам спасибо огромное. Просто я не знаю. Жители... А чё тебе чего? Вы чё, куда вы все дебилы, что ли? Чё тебе чего? Житель, просто огромное вам спасибо, что вы такой домик мне построили. Я реально шел просто долго. И вот до этой красоты, ребята. Ты опять? Нет, я не шью. Вось-то, ребята, вы уже тут опять. Ладно, вось, всем привет, ребята. Я тебе чего и сегодня, ребята. Жители, мне построили крутой дом, да. Это что? Стоп. Это что-то? Это что? А че окна заколочены? Тут? Это что за камень? Так, тут окна везде заколочены просто. Это жесть. Это что такое? Ладно. Ну, ребята, мы не смотрели комнату. Вау, какая она красивая. Но, ребята, мы не посмотрели, что там. Вот в этой комнате. А! Это что такое? Это что? Кнопка. Что за кнопку? Ладно, не буду нажимать, то взорвется там весь мир. Из-за меня все будет. Сундук. Фу, тут все гнилое. А это что? Книга. Ну, ребят, сейчас читаем. Если ты читаешь эту записку, то тебе нужно попасть в тоннель. Тебе встретятся разные твари. Тебе нужно найти кнопку. Такого вот это что за кнопка, чтобы какой-то тоннель попасть. И, ребята, вы скажете, Миш, ты что, дебил? А что ты на кнопку не нажал, ушел? Ребята, ни одному не справится. Нужна Слендерина. Слендерина! Она же в другую деревню точно уехала от меня подальше. Ладно, надо телефон. Так, давайте из кармана сейчас телефончик свой достану, и надо будет позвонить Слендерине. Так. Вот я телефон достал. Ребята, короче, набираем номер Слендерины. Я не буду, ребята, вам показывать. Так. Так, все, набрали номер. Так. А, Тимечева, ты что звонил-то? Что звонишь, точнее? Слендерин, у меня, короче, такая трэш какой-то произошел. Просто я переехал в другую деревню. Ну, не в ту, потому что я уже давно в другие деревни напереезжал тут. И, короче, Слендерин, у меня там какой-то жители новый домик мне опять построили. И у меня какая-то там странная комната. Все заколочено, все какое-то, я не знаю, дырявое, ржавое. Первая комната, она крутая, как я хотела. А другая нет. Слендерина. И там еще написано на книге, что надо в какой-то тоннель тпшнуться, там кнопочка есть, и там будут разные твари, не знаю, что там надо будет сделать. Надо их всех, короче, убить, и что-то это все пройдет, по-моему. Ну да, наверное, там не написано. Ну 100% все пройдет. Слендерин, помоги мне. Так это изи. Ну давай, изи, тогда подъезжай к моему дому. Давай сейчас, короче, подожди, я уже, погоди. А ты у бабки, да, машину берешь? Ну да, чего? Ну, не так, ничего. Короче, давай, подъезжай, уже вечер. Да, я, короче, еду. Спросите, а чего я так интересуюсь-то? Ребята, потому что если у нее появится машина, она быстро людей будет догонять и их убивать, съедать. Это я не хочу этого делать. Так что, ребят, смотрите, в оба, смотрите, ребят, в оба. Короче, ребята, давайте тогда сейчас лягу спать, и мы дождемся такого Слендерина. Ой, ребята, я проснулся, 2 часа уже прошло. Да! О, господи! Ребята, хорошо, что я успел последнего игрока в Скайварсе добить. Скайблоки, точнее. О, Слендерина приехала. Нифига себе. А что ты так нарядилась? Ну, чтобы меня видно было. А, нифига себе. Вы с бабкой улучшили тачку. Какая она хотя бы. Внутри. Вау, прикольно. А в багажнике что? Да, лучше тебе не знать. Да понятно, Слендерина уже все. Там всегда, Слендерина, у тебя трупы в багажнике. Ладно, Слендерина, а что там, на какую-то кнопку надо нажать? Погнали за мной.
Чёрт, ты устанешь, погнали. Давай, иду. Все. Давай. Да что ты там дверь закрываешь, офигел? Ха! Смотри, нажимай на эту кнопку. Нажала. Тебе, чувак! Ребята, я что-то... Меня трясет! Кандерина! На тебе че? Так вот, кто украл мой череп? Откуда у тебя броня? Ну вот, видишь, там написано Слендерина, это мой сундук, там был и все. А что там еще было там? Или все? Там еда, короче, была вкусная такая, жареная. А еще что было? Так, меч и несколько стаков за золотых яблочек. Яблочку. Фига себе. А где мой? Вот он. Тимичу. Ребята, что мне? Сандерина, так мне, что мне сейчас предложили. Опять, да? Ну, конечно, Сандерина. Ребята, это жесть. Мне просто... Ну, это из-за твоего проказничества. Откуда у тебя это? Откуда? Сандерина, а это мне предложили. А это мне, понимаешь, да? Уже не первый раз, да, родилась? Это мне предложили. А не надо было? А не надо было? Не надо. Да. Давай тогда я это все сниму. Зачем? Ну, чтоб мне... Ну, короче, тебя ж не видно будет. Это мне как-то неудобно. Ну, ладно, снимай. Тут, короче, сундук. Знаешь, что тут надо делать? Идешь? Да, иду. Знаешь, что тут надо делать? Ну, конечно, знаю. Просто это копать траву. Ну, Сандерина, конечно, жесть. Лошара по Майнкрафту. А не профессионал. Тут Сандерина надо выращивать росточек. А что не выращивается? Ладно, Сандерина, есть другая идея. Знаешь, какая? Какая? Тут уже ночь настала, если что. И что, и все? Нет, Сандерина, конечно, не все. Сандерина опять, да, в броне? Так, короче, я сейчас... О, все, снял броню. И мне, да, скинула? Ну, подержи. Ай, ладно, Сандерина. Давай сундук тогда твой положу. Давай. Раз. Если что, там возьмешь. То мне и так тяжело. Это что? Ну, так я там... Короче, неважно. Ладно, Сандерина. Из багажника достал, да? Ну, да. Как всегда, Сандерина. Ну ладно, ребята, что уж. Давайте добывать дерево и разбиваться, в принципе, как и говорили. В принципе, я профессионал по выживанию, так что... Сандерина, я, ребята, не знаю, профессионал или нет. Я тоже вообще-то профессионал. Ну, допустим. Смотри. Ладно, Сандерина. Такой себе, конечно, с тебя профессионал. Если ты вот так не умеешь ничего делать. Ну, знаешь, это каждый. Ну да, каждый. Ты просто тоже с ранних лет так сделал. Ну да, ребята, я, конечно, делал так. Я был тогда не профессионал. Но я тоже тогда так же. Тогда. Ой, господи! Это кто такие? Ребята, это кто такие сейчас были? Ладно. Знаешь, Андрей, что нам сейчас надо делать? Что? А, ну я знаю, генератор булыжника. Нифига себе, ну ты профессионалка. Ну, конечно, от меня научилась там. Профессионалка. Так, все. Короче, Андрей. Задолбал. Все, без комментариев, что без комментариев. Пожалуйста. Отлично, ребята, генератор булыжника готов. Всего лишь нужно 3 булыжника, в принципе. А смотри, на чем мы медлим? У нас много мечей есть. Давай их поубиваем. Ну давай. А, расходитесь все! На, получай, получи. Давай. Я, короче, этого замочила, короче. Кого ты замочил? Ну, парень, кого не. Что за маяк? Я, кажется, Сандерина понял. Что понял? Этот маяк. Маяк надо активировать. А у него вот это стекло не ломается. А как его сломать? Не знаю. А надо, короче, его активировать, тогда все. Будет очень круто. Нифига себе.
Там еще, там просто дофигища золота и вот этого всего, короче, тут есть. А как нам это скопать? Ну как, надо как-нибудь думать. Ну, конечно, железо сначала скопать, это да. Ну это да. Сандрина. Что? Повторюха, дурацка. Нормально? Сандрина ненормально. У тебя с башкой так или не так? Ты хотя бы дурак. Сандрина, все, хватит, я ролик еще. Какой ролик? Я даже с подписчиками не поздоровалась. Ребятки, привет! Ты что, Сандрина, серьезно, что ли? Что, опять обманул? Нет, Сандрина. Что, серьезно, раньше не поздоровалась? Я думаю, ты уже давно поздоровалась. Разве не додумала, что я ролик снимаю? Нет. Ха, ну ты, конечно, Сандрина, вообще. Ладно, мне всего лишь нужно 3 уголька. Переплавить железо. Да господи, твои скелеты достали. Ну, Сандрина, давай на тех нападать, потому что... на, ложитесь, опа, ес. Сандрина, нифига себе, мы с тобой крутые, всех просто растаскали. Ну да, Сандрина, вот это никого не растаскал, как всегда. То алмазы есть, а надо какой нам маяк? Алмазный маньяк. Маяк. Сандрина, совершенно правильно. Я уже с этими маньяками заладил. Да блин, а где тут железо, интересно? Я откуда знаю? Я думал, ты знаешь. Я откуда тоже знаю, знаешь, Сандрина. Ну, понятно, да. Понятно. Я же тебя понял уже давно. Ну да, Сандрина поняла, блин, меня. Ты меня не слушаешь никогда просто. Я тебя всегда слушала, в смысле? Ну да, ребята, вы же, наверное, видели, что Сандрина меня не слушала никогда просто в жизни. Нет, я тебя слушала. Где? Где? Сандрина, говори. Как ты проследил? Слышь, это, забрался не повторяй, а то прибью. Угу. Я сейчас, мне очень смешно. Слышь, это, прибить могу, так. Понял, да, испугался уже. Сыны, давай это, мне главное тут не говори, давай это, копаться уже. Перебил ты меня. Скорее я тебя прибил. Да в смысле, я такая крутая, видишь, я тебя убивала. Ну да, ты меня убивал, но не в Майнкрафте же. В Майнкрафте я тебя прибил. В Майнкрафте опозоришься передо мной. Нет, Сандрин, нет, не опозорюсь. Тут пшеничка есть, короче, пластинка. Да тут вот эти вот, надо их замочить. Все, вот и замочили всех. Надо вот так откапываться, в принципе. По-другому нельзя? Нельзя, походу, нельзя. По-другому, блин. Слышь? Кстати, вот это вот только стекло алмазной кирки, если честно, покопается. Откуда ты знаешь? Не знаю, но откуда я знаю. Я так предполагаю, потому что как его скопать, тут ни зари-то нету. А ты железный попробуй. Мне кажется, железный не получится. Это попробуй. Давай сейчас попробую тогда переплавиться. Давайте, ребята, тогда за кадром все сделаю, а? Ладно, потом встретимся. Короче, ребята, мы уже со Слендериной все накопали, да? Да. И железная кирка все-таки не ломается. Давайте алмазы. Блин, ребята, как тяжело. Алмазный ломается. Давайте. Блин. Так, я больше не могу. Давай. Все, смотри, на я не могу больше копать. Тебе чего, да ты что, совсем что ли уже? Маньяк только попробуй, маньяк. Андрина, у тебя, да, тоже на языке там. А такие. Тебе! Нас
смотри, нам еще-то надо с вами маньяк. Понятно. Что напеваешь тут? Да это песня такая есть. Тандерина. Я так... Ес, ребята, мы активировали маяк. Я такой не знаю песни, знаешь, понимаешь, знаешь. Тандерина, я не знаю, не понимаю ничего. Не знаю, короче. Бошки тоже убрать, а то они засчитают еще. И чё? Это все? Так мы это на изи сделали. Хей-ви! Понятно, Сандерина, что делаю на изи. А теперь, Сандерина, за нашу честь и дружбу. Не надо, это не наша дружба. В смысле? Да шучу я. Сандерина. Все. Я думаю, Сандерина, нам откроют путь. А что нам не открыли? Я знаю, что надо сделать, чтобы нам открыть. Это что ты делаешь? Сейчас увидишь, Сандерина. Нет. А что ты делаешь вообще? Сейчас увидишь, Сандерина. А что ты делаешь? Так, Сандерина, заткни свой рот. Слышь? Все, Сандерина, давай это, я сейчас буду. Самое последнее, это вот. Ребят, вы догадались, что это такое? Наверное, никто не догадался. Лайк! Лайк, ребята! Вот так вот, наверное, делаю. Просто то, это кого-то рука. Это лайк, ребята, лайк. Вы поставьте лайк, и нас отпустят. Ребята. О, вы поставили лайк, спасибо, ребята. А, что-то трясется. Ребята, мы, кажется, вернулись в обычный мир. Ребята, вау. Все, я устала, я уезжаю. Давай, Сандерин, тогда пока. Ладно, погоди, Сандерин, давай попрощаемся с подписчиками, в принципе. Так я уже из этой деревни сейчас уезжать опять буду. Давай, садись, подвезу тебя. Фух, я сюда, короче, сяду, ты давай это. Ты чё? Сидел? Ладно. Сандерин, давай, садись. Ага, короче, я села. Ну, ребята, вот, всем пока, ребята. Я была Сандерина. Да, ребят, и был Тимечу. Ладно, вот, всем пока, ребята. Я был Тимечу и Сандерина. Да, всем пока-пока.